Что там ищешь? Это яйца бабушка принесла, не трогай. В смысле того, не трогай. Закрой микроволновку, сейчас расскажу. В смысле не трогать? Это... Здравствуйте. Это свойское яйцо тетя Света угостила. Надо, говорит, их сварить или пожарить детям. Вам. А я обойдусь. Так что, либо отварю, либо пожарю вам. Это свойское яичко. Ты издеваешься надо мной? Вы съели пол курицы. На пару с Васькой. Вот такой курицу съели. Протухла курица. Не вот эта копченая, другая. Смотрите. Вот и делать нехера. Вот все, стырила. Так, включите ее. Суп три раза погрела, ни хрена не погрелся. Я устала, как собака сегодня. Ползала на четвереньках. Даже руки вот так тряслись. Жара, потому что невыносимая. Полоть вот это. А там хорошо за домом. Тень. В этом месте полола и все. Туда не пошла. Там солнышко. Там надо раньше, утром полоть. Потому что чердак нагреется, голова закружится. Что ты дверь оставила открытой? Что там взяла? В шкафу. Нет, ты же слазила в шкаф. Зачем? Эту дверь-то закрой. Закрой дверь, пожалуйста. Нервирует она меня. Ну зачем ты ее оставила открытой? Так. Ты швея-мотористка, что ли? Шить что-то взяла, нитки. Ну что ты везде шаришься? Я прям забываю. Вот положи, как она была. Чтоб я ее видела. Все, не достать. Бери, доставай, как хочешь. Достала я. Сейчас рассказываю. Быстрее погладила и побежала. Я же опаздываю. Садик. Смотрю на часы, время 3 часа. Какой садик? Вернулась обратно. Еще бегу и матерюсь. Сама про себя. Вот, говорю, даже поесть не успела. А прибежала, на время глянула. Ёкала маны. Пошла домой жрать. Чердак-то все-таки, видать, перегрелся. Сейчас счёте приду. Рабочие. 2. Начну разбирать дом-то. Там, с той стороны. Центральную. Где окна центральные разберут. Thank you.
Надо бабушке было вилку-то эту отдать. В розетку. Как она называется? Это вилка же. Я вентилятор подогнала ручной. Его заряжать на вилке не было в комплекте. Здесь у нас нет лишнее. Уйди! Сколько в тебя лезет, милая моя? Вот эту курицу она съела. Вместе с Васькой. Еще кыкатикат ела. Я такое не очень люблю мясо. Грудинку. Ее только в салат. И побольше майонеза. Сухая. Что поесть и приготовить? А? Блин. Поесть и что приготовить? Чего-нибудь, это что? Ни хрена не погрета. Но он не холодный. Своим этим скажи, чтобы они велосипед свой забирали. Сабрина, чьи велосипеды два? Уже месяц. Порезалась, а что ли, у меня шипига тут от этой травы, блин. Подушечка на пальце так болит. Так делаешь и колит. Шипига, что ли, долбаная. От осота. Осот, когда толстый. Извините, картошки или нет. Я вытягиваю, перчатки надеваю, потому что там невозможно стебель. Толстый, как там такие иголки. А тоненький под корешок возьмешь от себя, там можно вытянуть. А это не вытягивается, зараза. Он толстый и весь лохматый. Так. Вот, вся в шипигах потом ходишь. Вся. В этих шипигах хожу и хожу. Скоро бегать начну от них. Хрен. Хрена. Сколько повыковыривала в огороде. Каждый год. Он каждый год растет нахер. Эй, у меня, знаете, как брат делал. Уксусом их выводил. Уксусом. Хрен. Солью. Скупил в магазине всю соль. Еще привезли, еще все скупил. Вывел вроде бы. Два куста оставил, говорит. Все вывел вроде. Давно. А у меня в теплице муравейники. Что в одной теплице муравейник сейчас? И в другой муравейник. Говорят, это хорошо. Когда в теплице муравейник.
Я тебя в угол поставлю сейчас. Негритянка моя. Всем спасибо, всем здрасте. Счастья, здоровья. И что-нибудь еще, что хотите. Я вам желаю.